Хей, гайс, мишмики, мы продолжаем проходить игру по названию Диск Рум. И это у нас инфракрасные комнаты пошли, где у нас, походу, будет уже темно. Прожить 20 секунд. Проживите 10 секунд. Поглощение, новая сила. Подождите, мне кажется, поглощение как раз здесь и надо. А почему не поглотить? Так, мне нужна X-образная звездочка. А, то есть она вообще... Они насквозь этих пролетают. Но мне все равно нужно прожить 20 секунд. Видите, они где-то там летают. Все отлично. Проживите 30. Проживите в целом 120 секунд в секторах. Проживите 10 секунд, проживите 30 секунд. Дискомфорт. Короче, примерно я понял. Он просто за мной гонится. Слушай, ну... Здесь можно пройти. Но надо, чтобы ко мне блоки вообще не летели. Он может в одной плоскости тусить. Вот видите, он туда полетел. Ладно, давайте в этом углу посидим. Если он ко мне бля, он сейчас меня заметит.
Все, а он меня потерял. Найс. Ху, проживите 10 секунд. Вы мне хотя бы скажите, от чего я там уворачиваюсь. Что? Что? От чего я должен уворачивать? Хоть глаза выколи, в натуре. Сердце тьмы. Безвременный. Погибните, когда диск в блоке более 4. Их только 2. Ну, где диски? Что-то я не понимаю, почему время не идет? Все, я понял. Ни хера я не понял. А чего я должен уворачиваться? Короче, я не шарю, что там, поэтому я туда пройти не могу. Так, а что если я здесь? А, вначале все равно, да? Ясно. Давайте проживем.
А, нихера прожить надо. А, ну хотя в целом. Мне хотя бы, короче, минуту где-то прожить. Ага, ладно. Погибните от дисков. Все. Фантомный блокиратор. И один еще, давай. Ага. Ни хера не понял. Так, а теперь нужно здесь... чтобы диск еще появился. Да ё-моё, вы что гоните? Я обычно воздух. Ладно. Ну, игра прикольная, то, что здесь типа выживание. Призрак. Диск стал частью меня. Ураган уколов боли вызывает необходимость сдерживать его внутри. Для меня ничто. Гигантский призрак. Я не боюсь привидений, но эти диски будут преследовать меня в кошмарах. Тень.
Мышцы поражены ужасом, мысли задушены инстинктом самосохранения. Я олицетворяю страхом. Вспышка. Тьма измотала каждый нерв в моем теле. Страх — единственное, что поддерживает во мне жизнь. Всполох. Я чувствую себя как никогда далеко от безопасности убежища науки. Искатель. Задаюсь вопросом, единственный ли ты вид, к которому диск пытается найти свой безутящийся подход. А безумище, наверное. Да, походу безумище. Фантомный блокиратор. Еще один блокиратор. Я едва помню, каково это видеть. Синее небо под головой. Фантомные останки. Похоже, что блокиратор единственное, что я могу уничтожить, кроме собственного тела. И, как и тело, диск исправно восстанавливает беспечность, глубоко ускоренная во мне. Так, ну шо? Восхождение Юпитера, это, походу, у нас последнее. Так, 5 локаций пройти. Ну окей, сюда мы сможем попасть. В смысле, когда в дисках будет 4? Я этого не понимаю. Хоть глаз выкли, тоже не могу туда попасть. Короче, фиг его. Ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем пока.